Урок 29. И тема этого урока – буква МИМ. Давайте напишем ее. Над строчкой. Под строчкой. Еще раз. Небольшая капелька. И хвостик уходит под строчку. Это буква МИМ. Потренируйтесь самостоятельно, более тщательно, если вам показалось, что буква МИМ сложна в написании. Давайте еще раз. Небольшая капелька и хвостик. Буква МИМ. А теперь давайте правильно произнесем эту букву. МИМ. 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 Буква МИМ – мягкая губная буква. Для ее произношения нам необходимо всего лишь сомкнуть и разомкнуть губы. МИМ. Обратите внимание. МИМ.